პირველი ავტორია ვერა პავლოვა. Добрый вечер. Сегодня у меня особенный вечер. Пресме, а перевести или нет? Прес чертвиз гаса кутре боли дрея. Сегодня я первый раз услышу, как мои стихи звучат по-грузински. Пресна первая Моисмен ту рогор жрес чеми лексеби картула. Когда что-то пробуешь первый раз, нужно загадывать желание. Роца рано со спирула, а где куда чай пикро сурвили. Вчера я первый раз пробовала соленую акацию. Что загадала, не скажу. Не расслышал. Джон Джон. А, сейчас я понял. Кушин пирвелат, Джон Джон Гауси Джеуда, Чавы Фикре Сурвилли. Что загадала, не скажу. А где твой трат Чавы Фикре? А сегодня что загадаю, скажу. Трески раз от Чавы Фикре в Гетхуй там. Загадаю, чтобы еще раз вернуться в вашу прекрасную страну. Видите? Морщины вокруг рта взяли рот в скобку, морщины в уголках глаз взяли глаза в кавычки, морщины поперек лба, написанные на лбу перечеркнули, морщины поперек горла, подвенечная седина. Науджебба тучептан, пири, час вес пчхилепши, науджебба твалептан, зера, час вес пчалепши. Когда хазес научебма, и раз шубзе эцера, научеб и хелзеки, чагара батанцес. Зимой растения, весной животное, летом насекомое, осенью птица. Все остальное время я женщина. Сценарева, газапузе сповели, запуши цели, шемотком азе чили, таначем, дрозги, калива. Буй. Не могу на тебя смотреть, когда ты ешь. Не могу на тебя смотреть, когда ты молишься. Не могу, когда вынимаешь ногу из брюк. Не могу, когда целуешь меня и берешь. Не могу на тебя смотреть, когда ты спишь. Не могу на тебя смотреть, когда тебя нет. Не могу дождаться, когда же ты снова придешь и, помолившись, сядешь за стол есть. Верги хуреб, роца сач вэсчам. Верги хуреб, роца лоцуло. Верги хуреб, роца шарми да намога успехи. Верги хуреб, роца косри да ме уплеби, верги хуреб, роца зинавс, верги хуреб, роца араха, эрти сули мавс, укам, родис да ми брундеби, лоцва ситви, да магидас ми учдеби, урис сачбеба. Грелся на солнце, слушал птицу, слизывал дождь, и только в полете лист увидел дерево и понял, чем был. Взедет мегота, чит сусменда, цуимис цветер сифертхалда, да родесас мопринавда, холод машин дайнаха, хе потолма, да михуда раз царму адгенда. Следующее стихотворение Шатана, наверное, особенно интересно было переводить. Нет, вот эти переводы были мои переводы. Сейчас этот перевод Нино Дарбайсели, а ее нету, вот я просто прочту, это не мой перевод. А, то есть женский перевод, ну тогда все нормально. Да, женщина переводила. Тогда все нормально. Под свитерком его не спрячешь. Мой первый лифчик номер первый, когда гуляю по двору,
его ношу, и каждый смотрит, и каждый видит, несмотря на то, что складываю плечи, и что крест на крест руки, трудно дышать, затянуто дыханье, подарком, сделанным мне мамой вчера, как будто между прочим. Свитерши свичам, рогор дампару, пирвели липи, номер пирвели. Эзоши хвена меше мокскерис, ранах эс мета гаса пирвели. Вичуареди нефркерце хелепс да раче мизлия, тхрепши вихреби. Майнц мамшлевен сейв нобисас, вера перс мшвелис, хелеби мхреби, махчобеда аэсса чукари. Хайрс вигубер, шенац ухеби, да амос уткас, ведарским бедам, арада дедам, сус хваташорис, витон, шентхвевит, момца, цухевис. А сейчас прошу продолжить это дело в особую обувь. Влюбилась во сне, проснулась и заплакала, никого еще так не любила, и меня никто еще так. Не успели даже поцеловаться, не спросила, как его зовут, которую ночь, мечтая о нем, никак не могу заснуть. Сизмарши тхпобам дамрия хели, ати регулс гамомерведя, асе аравин хваребия, арц хваребива, эрти коцнац верму васцари, арц миси сахели жици ме, უკვე მერამდენი ღამეა მასზე უცნებაში ვერაფრი ვიძინებ. Давай друг друга трогать, пока у нас есть руки, ладонь, предплечье, локоть, давай любить за муки, давай друг друга мучить, уродовать, калечить, чтобы запомнить лучше, чтобы расстаться легче. Видре хелеби гуакс, эртманец, моди эс хелеби нивадот. Неби цинам хари и дабрин. Моди танжуиз гамо вюпартес. Моди эртманети ва цамот, дад давахе игрот сашинла. Ром дави махсо урот укет да, ром упро адилат давшорда. Разбила твое сердце. Теперь хожу по осколкам, босая. Авам скрия шени гули, ахла нам скрою взедавал, перши швелас. Нежным по-нежному писаны лучшие строки, кончиком языка моего по твоему гнёбу, по груди твоей почерком бисерным по животу. Нет, любимый мой, я написала о тихом, можно губами сотру твой восклицательный знак. Сатутат церия саукетесо стриконеби, чеми назиенис цвери шен сасазе, шен скердзе, зивебат асхмули асоебит, муцелзе. Ара сапарело, ме ухмот дау цере, киндерон тучебит цавшало, и чени цахмирис нишани. Почему слово «да» так коротко? Ему бы быть длиннее всех, труднее всех, чтобы не сразу решиться произнести, чтобы, одумавшись, замолчать на полуслове. Радари ситва ки асек мокле, исунда икос хвалазе гдзели, хвалазе ртули, ром миси цармоткан хрестевер габедо, ром конзве мосули ситве шуашиве табинде. Юная спит так, будто кому-то снится. Взрослая спит так, будто завтра война. Старая спит так, будто достаточно притвориться мертвой, и смерть пройдет дальние околицы сна. Гугунас зинавс исе, титкос вигац нахулов сизнрад. Калс зинавс исе, титкос оми ицеба хвале. Мофуцкалс зинавс исе, титкос акмарисия,
რა მოაჩვენო სიკვდილს თავი და სიზმრის იქით გაივლის ისიც. Убежать с тобой, рада бы, разделить с тобой кровь и путь, проще распрямить радугу, млечный путь дугою согнуть, накормить детей песнями, победить в Кавказской войне, разлюбить тебя, если бы, проще строить дом на волне. გავიღო შენთან ერთად გზადაჭირო არამე ერთად გავიქცეთ ვიქნები მოხარული უფრო ადვილია გაშალო ცისარტყელა ირმის ნახტომი კალად მოხარო ბავშვები გამოკრბო სიმღერებით კავკასიის ომი მოიგო გადაგიყვარო უფრო ადვილია ტალღებზე სახლი რომ აიგო брошено падать с такой высоты так долго, что, пожалуй, я успею научиться летать. И с этой симавлидан вардеби рахания, ром гони мовастреб висаудом прена. С кем бессмертие перезимую, буду оттаивать с кем, но я не променяю любовь земную на вечную, на подземную. Еще успею цветами, глиной, памятью белоглазой, но пока мы смертны, тебе, любимый, ни в чем не будет отказано. Вистан камовизантрек, упутавил вас. Вистан гаугоби, о, асе, аргауцули мицие сиварус марадиу, мицискожетис тхобазе. Моестреба, павилебит, тихит, тетфалеба, сонит, маграм, асе туа, видре богдавни варт, каварело, араферзе мииреб уас. Против течения крови страсть на нерест идет, против течения речи слово ломает весло, против течения мысли снов паруса скользят. Я плыву по собачьи против течения слез. Сисхлис динебис цинаавдек в небо топовистис мидис. Метхолебис динебис цинаавдек ситва ортакуирепс амспрепс. Сизмребис динебис цинаавдек აფები ლივლივებენ დიდი წრემლების დინების წინააღმდეგ ძაღლობით მიცურა ვასა. Почему-то вспомнилось, что именно это стихотворение породило самую удачную пародию на меня. Она из одной строчки звучит так: кошка плывет по собачьей. Записывая стихи, порезала бумагой ладонь. Царапина продолжила линию жизни примерно на четверть. Лексис Чацерисас Пурцрит Тависере Пелис Гули. Нагацарма Гаагдзела Сицоцхлис Хазы Титхмис Меотхенит. Набросок брачного контракта. А книги, если что, поделим так. Тебе нечетные, мне четные страницы из тех, что мы друг другу вслух читали, и поцелуем прерванное чтение возобновлялось полчаса спустя. Сакурцино контрактис монофазе. Холод Игнепс, Турамия, Асигави Порт. Шен Кенти. Ме Луци Гвердеби Матган. Ერთმანეთს სხვა მაღლა რომ მოგითხავდით და კოცნით შეწყვეტილი კითხვა ნახევარი საათის მერე ახდებოდა. Большое спасибо. Мне очень понравилось. Как мои стихи звучат по-грузински. Соленые цветочки тоже мне понравились. И вообще мне все очень-очень нравится. Спасибо. Может, что-то добавить? Без перевода. Нет. Хорошо.
Ну, большое спасибо, Вере. А сейчас Сергей Жадан, Украина. Доброго вечора. Добрый вечер. Я хочу присоединиться к Вере и сказать такую вещь, что у меня сегодня тоже особенный вечер. Меминда Верас Шеуэртеда пару чертюсяц из Гаса Требули Брея. Потому что у меня сегодня последний вечер в Тбилиси, и завтра у меня уже выступление в Киеве. И мы там рок, чем и было Сагамоа Тбилиси, да, пан Укамир Брина. Из вашего города едешь с двумя желаниями. Да, Пен Калакидан, Ори Сурвилит Мирдива. И первое желание, это, естественно, снова повернуться. И Гиве Сурвилиарис Пирвелио, Клау Даурум Неукано. А второе желание сделать так, чтобы в Украину приехали грузинские поэты и сделать их переводы. Меоре Сурвилики, Арис Исуром, Украинаши, Чаунен, Картоли, Поэтеры. Я думаю, мы этим и займемся, потому что поэты должны друг друга читать и переводить. Медатуме Буливару, Амити Даукавдебито, Эмитобром, Поэтема, Эльфанетиунда Таркмонда, Эльфанетиунда Дайкитфо. А я вам прочитаю несколько стихотворений с этой книги, это моя новая книга, называется «Життя Марии», «Жизнь Марии». Ахаги Дайкитфо, Травдеми Нелекс, Чеми Боло Цигнидан, Мариас Цхорева. Тандеми Арис, Зуя Драдиан, Ехла, микрофон Утвов Зуя. Візьми лише найважливіше, візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені муляжі, візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди, ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи, всі, до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутися до наших нічних крамниць, нам ніколи не пити сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою біженці, нам з тобою бігти крізь ніч. Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів. Нам з тобою тікати від всіх, спати поміж голів. Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах. Дратувати драконів на бойових прапорах. Друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задимлених кухонь, не буде звичних посад. Не буде сонного світла серед нічних осе. Не буде зелених долин за міських пустель. Буде розмазане сонце за плацкартним вікном. Буде холерна яма залита вапном. Буде криваве взуття на жіночих ногах. Вимучені вартові в прикордонних снігах. Підстрелений листоноша з порожнім мішком. Підвішений за ребро священик із безжурним смішком. Цвинтарна тиша, гамір комендатур. Списки загиблих, друковані без коректур, такі безкінечні, що навіть часу не стає шукати в них щоранку ім'я своє. Цайган холода оцелебен, ранден сад зиган. Цайга целебен, ровар бобрым дэг зиган. Цайга верцхлеун, хиз чуарцан, хадет. Тан сад свет, ранден сад чанташи чадет. Цайга пур, постнеун, цайга садутеб. Шенак верас дрос табрым дэг. Вэддавэ арас дрос чамо ули дзурфа сад гилебс. Цайга голо целебен, цровлет бацгат гилес. Вэрвия китхав садутес дивида. Сколюлюс вер მოიკლავ დამშრალი მივიდა, ვერას დროს ნახავ ძველ ნაცნობებს, ვიზეც გაბოთებს, შენ ხარ დევნილ, შენ უნდა გარბოდე. ირბინო ყანებში, არც იფიქრო უკან მოხედო, ძაღლებს დაემალო, იძინო ძროხებთან, ვეშვებით ხაბო წვიმის წყალი, იძინო კარვებში, თვალში არ მოხვდე ომის ურჩხულ სისხლით გალეშის. მეგობრები აღარ მოვლენ, საზარელია, აღარ იქნება გაგვამლული სამზარეულო, და ფანჯრის მიღმა დილის ქუჩა, რომელსაც ხვედე, აღარ იქნება გარეუბნის ხრიოკი ხედი, იქნება მხოლოდ ლიანდაგის მჯახებრაგული, იქნება მხოლოდ სადლაცკარტო ცივი ვაგონი, ქალის ქუსლიან ფეხსაცმელზე შერჩენილი სისხლის ლაქები, გათოშილი დევნილებით სავსე ბაქნები, ფოსტალიონის ესესაა დაცხრილულ გვამთან, ეგდება მისი ცარიელი გახსნილი ჩანთა, დასაფლავების მდუმარება, ღრიანცელი კომენდატურის, ფუტრების სია, გრძელზე გრძელი ისე მატულობს, მთელი ცხოვრება წარგეყოფა, იპოვო მასში შენი სახელი, რომელსაც წარშია. Следующее стихотворение называется «Дезертир». Ось я лишаю зброю и починаю повсти. Повсти від того, в що ніколи не вірив.
Ось обповзає дороги та черти. Обповзає мертвих патрульних і розірваних командирів. Обповзає чужі кордони. Обповзає фортечні мости. Обповзає вітчизну. Безкінечний зайв. У мене ще стільки часу. Мені ще стільки повсти. Тому яка різниця, що саме я обповзаю? Кожна ніч була повільною, мов ріка. Кожен день був очікуваним, як дарунок. Слова подяки і погорди злітають з мого язика. Темрява, тепла і липка, ніби овечий шлунок. Землі говорять померлі, з неба говорять святі. Але навіть їхній зневазі є співчуття і міра. Хай мені немає куди йти на цій землі. Розвалена чорна земля стереже дезертира. Що в твоєму серці, країно? Що в твоїй голові? Я навіть не знаю, з яких кольорів шиваються наші стяги. Біси стоять при мені, недовірливі й живі. І дорікають мені словами моєї присяги, коли я все це забуду і заберуся геть. Коли перестануть снитись мерці, що спливають рікою. Коли кожній смерті буду бачити просто смерть. Коли голос знову буде дзвінким, а совість легкою. Коли вже не лякатиме, і як огортає пітьма. І як луною наповнюється кожен вид. Я теж говорив з ним. Говоритиму з усіма. Говоритиму про живих. Говоритиму про вбити. 10 000 загиблих слухають у землі. 10 000 святих слухають над головою. Голоси загиблих далекі від цього злі. Голоси святих теж злі і пахнуть травою. Люди визираються з вікон, вибігають із теплих квартир. До літнього міста вертається дезертир. Ховається від розмов, як від вогню. Не пам'ятає адрес, не пізнає рідню. Рідня теж, вертаючись до будинку свого, не пізнає його, не пізнає свого. Lag der Lehre stavits ev Chochos. Und agalik zehn Uedapers visits Arnje. Und averi do Nasov Larbs, gzebsa da Kochebs. Und averi do Jaris Katzebs, kudrebs da Dacherilus. Und averi do Uzchos Azburebs, veri do Chidebs. Und averi do Am Samshobros, Anus Argebrus. Und avi Chocho da veri do Chidev da Gidev. Da Sulevti Asad mi Uchochav Sadvi Gargebu. Dinare Savit Zanti Hikohamis Dineva. Maachloveb da Dvis Sinat Les Tzibs da Sashinets. Мадлобис ситхвэс чэмс багэзэ цвіда гінэба. Сіблэлэ імо цэбовані баткніс пашуэбіт. Сэцашы пчобдэн цвінданэбі, міцашы мкудрэбі. Мадкул грюхмэбші іхо рага цраса цвэдзэбді. Туда вігалэ хохвіта да міцазэ гдэбіт. Він мэйк віншэ іпарэбс міціс гарда сацкал дэзэрдіс. Исі цару іці чэмо міцал, рагідэб сгулші. Исі цару махсов срапэрі ашэні алаві. Уцнаури ашэнс дэмонэм сараз дросуші. Самхэдро пицис састэк ситхвэбс русак дзалаве. Туда вивицка ез дрэбі, туги дацвэвлі. Сисхвэсэм динарэс кудрэбіт саусэ сагару висізвэб. Туги сэгудэлэ гулау гахтэба бхолот сацкэн. Туцвэлэ бурад амчатэба хмада сэндисли. Туги чэм ситхвэбс, шиши суни ара мокуэба. Ацгатэнэ бис ше мэшин да ацта гамэбис. Машин мокуэбі, ай машин матла мокуэбі. Амбовс гахцэнэ ли цоцхвэбис да ухцэнэ гуамэбис. Адиата сэгар дацвэлэ мисмэс лицидэ. Зацидан мисмес амденеве цминданис сули, бразы медея мат ситхуэпши ведраси цминда, бразы да ахалат моцелени балахис сули. Халхи панджеревтан бомдгар, кучевши цгранам гумдебат. Кадакши дхиазат хулис да дезертери брундебат. Истуал цари девс гамлэлэпс. Аши девс мзэра ковэлэ, вэгар цахлис гзас ихсэнэпсу эрц мат вин цахлши моэлэс. Айхтебиян исинц, бзорис уэлидан ганакцэпс. Шехеда, так заганакцу, шехедес, так заганакцес. Спасибо, спасибо большое. А следующее несколько стихотворений, это стихотворение из цикла, который называется «Почему меня нет в социальных сетях?» «Почему меня немає в социальных мережах?» Это несколько других стихов, вы сейчас услышите, они звучат по-другому. Первое стихотворение называется «Голка», «Игла». Антон, 32 роки. В статусі було вказано, що живе з батьками. Православний, хоча до церкви не ходив. Закінчив університет, іноземна англійська. Працював татуювальником, мав свій почерк, якщо можна так сказати. Через його вмілі руки і гостру голку пройшов не один натовп місцевих. Коли все це почалось, багато говорив про політику та історію. Почав ходити на мітинги, пересварився з друзями. Друзі ображались, клієнти зникали. Боялись, не розуміли, виїжджали з міста. Найкраще відчуваєш людину, торкаючись її голкою. Голка жалить, голка шиває. Під теплим металом таке податливе полотно жіночої шкіри. І такий цупкий, світлий брезент шкіри чоловіків. Проти нас чиюся полотно.
Выпускаешь из тела оксамитові краплі крові. Б'єш, б'єш. Вибиваєш, як голині крила на покірній поверхні світу. Б'єш, б'єш отливальнику. Адже ми покликані наповнювати цей світ сенсом. Наповнювати його кольорами. Б'єш отливальнику. Цю обшивку, під якою душі й хвороби. Те, чим ми живемо. Серед чого ми вмираємо. Хтось розповів, що його підстрелили на блокпосту. Вранці, зі зброєю в руках. Якось випадково. Ніхто нічого не встиг помітити. Поховали в спільній могилі. Їх там усіх так і ховали. Особисті речі передали батькам. Статус так ніхто й не правив. Прийде час, яка навіть наволоч обов'язково буде писати про це героїчні вірші. Прийде час, яка навіть наволоч скаже, що про це взагалі не треба писати. Олексій Висіцький, Радонат Чавер, соціолог Селич. Немси. Антон, оцеповники цілис. Статус шиміті тетулі ярок цховрос пшоблепта. Мартмади дебел, тумца тазарші ярок нахат. Савлобда університет, чи уцхове на інглісу. Мушаобда татус ухатове. Тушеїц леба сейт посконта хецевец. Беврат гілобрюц тавіст аузе камвуцті. Несмарджуе херші момцбде улі немси сімце. Руца дайцхо е сам беби беур саубробда. Политиказе, историул симартрезе. Арат стендарце, тмидикс, цае чхуба гуэла мегобас. Мегобреби даем дурне. Клиенте кише моет антенене шинодет. Авеверу гебдене, товебнен калакс. Тугинда чац бе адамиас, шейхе немсит. Немсит ромелиц чхуэт стакалекос, цхелир генискош. Киде упро пакис деба калис ганис назик солин. Та мама касис брезенте від дачі молі прояла кані, киде упро ічі неба та чхулі те апки. Та аму уші схеулі та сіслис цітеві, цветеві, чхулі те аще чебе да аму карге. Сам халус дам хонзе да пізде ангелозис псубуки птеві, чхулі те. Хату ару аще чебе, соле деса, чвені валіц та моцо деба цмівані, чот сам халус азри, та птеребі аще чебе, хату ару чхулі те. Гарси, ромашит шамалулен суле бидес неуле бебіс. Ритицу цоцхобот, листу и сацху дебит. Рогот смеянбез, блокпост там могут. Дилит, хэлши и алабит, амбовечен болит. Юздат рамухта вергайдис. Чафрес саэрту самареши, машин хуэда сасэм архаутан. Пиради нивтепим шоблептан цаихэс аравис, гамбу ахлэдия миси статусы. Каиулис трота мигацна бичуаре. Муту отдаце самам дебзе сагмиром лексипс. Кайуни строта склана бичуар. Итху из родцера амам бебзе саэрто дарахис. Пошуковик. Довго її розшукував. Номер вона змінила. З міста втекла. Соціальними мережами не користувалась. Через знайомих знайти не вдалося. Через серпу теж. А потім сама написала. Про справи, про переїзд, про нові обставини. Про звикання. Розповіла про брата. Думаю, заради цього і писав, щоб розповісти про брата, про його смерть. Мабуть, зверталася з цим не лише до мене. В кожному разі не до мене першого. Надто вже спокійно писала. Їх накрили, писала всіх разом, одним залпом. Потім наші повернулись, хотіли забрати загиблих. Вірніше те, що від них лишилось. Найтяжче було з ногами. Кожного має бути по дві ноги. Вони їх так і складали, щоб у кожного було по дві ноги, бажано одного розміру. Брат займався музикою. Мав хорошу гітару. В нього її постійно позичав. Ось що з нею тепер робити, питав вона. Я брала, пробувала грати, порізала пальці з незвички. Дуже боліло, досі не заживає. Тітхан Суедзен, телефоні з номері Шецуан. Сва калакши гадасахта, гаучинята, социалурик селебидан, саэрто нацнобебс, арапени гаэгонат, хац тазарши ицоднен раве. Шемдек твитонве моидзена, тазрулебит ми амбомта гадасулазе, ахалгара моебебзе, шегуэбис сиртулеебзе. Там цэрда цмазец. Рогот смюхли саэрто да цивитон цэрда, ром моед хрудзвис сигудинзе, самараудот, ме арвикави ертадерти адресати, рогот сминимум, ме вируэли арвикави, седметат пшуидат. Ахцерта, როგორც შეიძლება ეს ყველანი ერთად და ერთი ჯურით აბოჟუჟეს. Შემდეგ ჩვენებიც მოგრუნებულან რომ გვამები გაედანათ ამ ის, რაც დაარჩა გვამებისაგან და ფეხებზე უწვალიათ. თითოეულ უნდა ქონოდა ორი ფეხი, დიდხანს აწყობდნენ. დათარგებოდა ყველა ცხედარს მეტ ნაკლებად მსგავსი სიგრძის ორ-ორი ფეხი. ძმას მუსიკა ყვალებია, დარჩენია კარგი გიტარა.
მას მუდამ ვიღაც ნათხოვდა. რა უნდა ეკითხება. გადმოვიდ და გვრავცადე, მაგრამ არ ვარ შეჩვეული თითი გამეჭდა. იყო ძალიან ტკივნეული. აღარ ცხორცდება. Сектор. Андрій Павло, адвентисти, студенти. Тато підприємець підтримував громаду. Вони звикли ставитись до церкви, до частини свого життя. Бували там щодня, допомагали робити ремонт, викладали фотомережі, дякували за підтримку. Їх і за мирних часів бажали сектантами, а коли все це почалось, просто влаштували на них полювання. Хтось виграв, хтось сховався, а їх обох схопили. Тримали підвалі, примушували ховати загиблих. Копати могилу. Вони хотіли відкупитись, боялись, плакали, їх перевели до іншої ями, потім просто забули про них, ніби їх і не існувало. Сиділи в чорному підвалі, слухали темряву. Спочатку молились, потім кинули. Соромились одне одного. Віру втрачаєш тоді, коли випадає можливість за неї померти, а ти цією можливістю не встигаєш скористатися. Нащо віра тому, хто бачив, як усе виглядає насправді? Нащо вірити в те, що немає для тебе жодного значення? Ніхто не говорить, що було зі святими, в яких на тілі відкривалися стигми. Що було з цими стигмами? Вони самі собою закривалися, як троянди на дверях. Чи довго кровоточили, гноїлись, боліли під бинтами. Чоловіки зі сліпими від темрями очима приходили до госпіталю на прив'язку, стискали зуби, коли сестра відривала їм від рани засохлі бинти, і свіжа кров проступала на темні шкіри. Просили знеболювання, бодай якого. Але не існує жодного знеболювання від того, що не болить. Не існує. Секта. Андрей та Павло. Адвентисти, студенти. Мама Мецар, теніс цінам дзвон. Бавшовіден шеєчумен ром еклесія, паті цховлебіс націлі. Ховел дріурат міті одне нардгініт саму шауэбс, фотоэбс тэртнен соцксэлэбш, шемом цирвэлэбс матрлба сухтидин. Აგიომამდე სექტანდებად მიიჩნევდნენ, მაგრამ როცა ყველაფერი აირია მათზეც გაჩაღდა, რასაც ქვია ნადირობა, ზოგმა შეძლო გადამალვა, ზოგიც გაიქცა, ეს ორი კი დაიჭირეს, ჩაამწყდიეს ვიწურ სარდაფში, აი ძულებდნენ საფლავების ამოთხრას და ყბრების დამარხვას, მათ ეს შინევდათ, გამოსასხეც დავაზობდნენ, თავსაცოდებდნენ. შემდეგ ორივე სხვა ორმოში გადაათლიეს და დაივიწყეს, თითქოს არც იყვნენ. ასე ისხდნენ სიბნელეში. Усменнен сибнерс, пирвал ханебши лоцулобнен шемдек шеешмен, да цхвенудат ертманетис. Цмена сторет машин карго, роца чндеба шесадзлеблоба, тави гасциро цмени сатвис, шенки верасциро. Раши чиндеба цмена имас вици хила рогора велатвили синан дуйдеш. Ан ратомундак цамдеси имис рамат шемтвис такарга азр, аравин куэба, тулас гртнобнен цминдане бивисат схеулзе, стигматеби ехсневодат, რაელოდა იმ სტიგმატებს თავისთავად იხურებოდნენ, როგორც ვარდების აღამოხანს თუ პირიქით, დიდხანს ლობებოდნენ და არ შრებოდა სახვევებზე ჩირქნარები სისხლის ლაქები, ბრმები, რომლებმაც თვალის ჩინი წყდიათ შეწირეს, მიდიოდნენ ჰოსპიტალში სახვევების გამოსაცვლელად და კბილი კბილზე დაეჭირათ მოწყალების ბებერი დები, როდესაც ხრეჩდნენ ჯირლობებში ჩამხმარ სახვევებს, მოწურწურებ და ნედლის სისხლით ამჩნარ კანზე იხვეწებოდნენ გამაყუჩებელს ნებისმიერს, მაგრამ ამაოდ, რადგან შეუძლებელია იმ ტკივილის შემსუბუქება, მათ რომ დანჯავდათ, შეუძლებელია. Чеченка, Юра, вже за 40, історик за освітою, соціальний працівник. Сидить у мережі, відслідковує рвані кроки історії. Пише блог від імені Чеченки. Вигадав собі таку снайперку. Живе тепер її життя. Пише про її віру. Пише про її сумніви. Пише про її вразливість. Робить загрубки на її прикладі. Це ось ворог отець. Це ось ворог син. Це дух святий. Теж ворог. Теж варто, аби про нього згадали в загальному розстрільному списку. Це, яким замовляє молитви невидима снайпер. Світ поштовий мішок, зашитий колючим дротом. Прорвеш, полізуть із дитячих сорочок та рушників чорні жаби вужі. Нам ніколи не дізнатися, хто стояв у розпалених натовпах, готових рвати ніжну тканину чужого тіла. Нам ніколи не дізнатися, кого в цих натовпах не було. Вести тебе нічними дорогами, між трави та вугілля. Робити нечутними твої кроки у легких професійних просіках. Виводити до джерел в обхід натоптаних коровичих стежок. Лишати для тебе на ранок хліб, загорнутий вороже знамено. Зранку він прочитує написане. Іноді щось додає, іноді править, голиться, ріже шкіру старими станками. Але крові немає.
зовсім немає. І смерті теж немає. Чечені Гого. Іура. Орбоцька націлебу. Соцмушок. Ахмацк Сельші. Там і бува історії з мечкем на голос. Мас міхтавс блоги мецахелит Чечені Гого. Кому угона сакотартац тавс найбери калис ніхаби. Ахмац хоурус місіц хоурус. Цес місяц менаса. Цес місяч вебзе. Цес міс калус і сустаєвзе. Там із контахзе. Могрулебіс сахелебс гацамус. Ес маман терія. Ес швилим терія. Ес сувиц мінда. Асевем терія. Та асеве ім сахурепс мохсенієбас тахведілебіс саерто сіяші. Ромета гано усатвот та укветс лоцвепс. Ухилави калис найбер. Ес самхаро. Росталіоніс хурджиніє. Мавтул храртит тав макерин. Kaxni damotsvim debiyan, barshuri safenebidan da perangebidan shavi guelebi, shavi bagagebi. Chven ver gavikebt, tu vinit gaxnebul boshi. Romelsats surda daezitskmas khvisi sxeulis nazik sovili da ver gavikebt vin aridga. Chamogada gamis gzebs, nakhshisa da balakhebs shoris. Chavachumo sheni pekhis kva utsonatit saksnelebit. Igi qvano nakadultan sva belikit zoghokh zroxebiskan argakhelit. Та гахводро дилит бури, трист рошаши гамохвеули. Дилит китхуровс хамир дазерис, рагаца сарматебс, рагаца састоребс. Тарсвисас кани екацеба, зуэли самартебелит. Сисхли арботис, сул арботис, да арци отилит. Мародер, погана біографія. З таких біографій роблять ранкові новини. Старий його замерз у грудні. Порожньому трамваї. У мами проблеми з цукром. Незакінчене технічне. 2 роки на обід. Випалене йодом горло. Розірване арматурою вухо. Про що ти мріяв усі ці роки? Чого хотів? Все, що він хотів, лежало в найближчому торговельному центрі. Зламати його було ніби зламати печатки на папських грамотах. Я ніколи, писав він, не мав такої кількості грошей, аби купити все, що мені хочеться. Завжди щось відкладав на кращі часи. Лише тепер зрозумів, що кращих часів не буде. Ти теж народився тут. Ти знаєш, як воно все. Скажи слідом за мною. Життя жорстоке і несправедливе. Життя безнадійне і коротке. Життя безрадісне і підле. Той, хто нічого не має, нічого і не матиме. Той, кому немає чого втрачати, нічого не втратить. Тут давно ніхто не чекає на кращі часи. Тиху мовчазну смерть тут ніхто не відрізняє від решти жінок. Добре серце. Хворі легені. Живеш із нею, тому що любиш. Помираєш, тому що живеш із нею. Спасибі, що пишеш, дякую він. Спасибі, що пишеш. Немає за що, відповідаю я. Справді, немає за що. Мародіор. Суди біографія. Асети біографія від Амзадедем Дилис Сиужетепс. Мохуці мама декемберші гаїхіне трамвайс вагонші. Деда Шакарма гаацам. Мітовебулі технікумі. Меоле цели абрец хозе. Йодізган чамцуарі хелі, арматурит мотхелі хуви. Разе оцнебот деянцлебіс манзіс. Разе оцнебот. Вона пері нас джирдеба. Егулеба уахло ес саваджро центрші. Кіндес центрі гагіг зарцвобс, кінд цігелі агіх снія папі сігелс. Кінд вечері агіх снія папі сігелс. Ме, це сігі, араз дрос бконда, сакмарісат беурі пулі рата мегіде. Ყველა ფერი რაც მინდოდა, მუდამ რაღაცის გადადება მიხდებოდა უკეთესი მომავლისათვის, ახლა კი ხვდები, უკეთესი მომავალი აღარ იქნება. შენ ცაგ დაიბადე და იცი რაც ხდება. გაიმეორე ჩემთან ერთად ცხოვრება, უსამართლო და მკაცრია, ცხოვრება, უიმედო და მოკლეა ცხოვრება, უსიხარულო და მუხანათია, ვისაც არ აქვს არაფერი, არც ექნება არაფერი, ვისაც არ აქვს და საკარგი ვერაფერს დაკარგავს. Рахания, ак аравин элодеба укетес момавлс. Деда чемис учумар сигдил сак веравин ганасхвавс сва калебис сигдилебискан. Кетили гули, снеули пилтуеби. Цховробнис гвердит, радганац ки ихварс да гудеби, радган мис гвердит цховроб. Мазлоб ром цэрт, меублеба. Мазлоб ром цэрт. Арапис пасу. Тамафлис арапис. И еще одно стихотворение из этого цикла, оно называется «Капеллан». Капеллан. Ігор. Капеллан. 30 років. Але не голиться, щоб виглядати дорослішим. Всі хочуть виглядати дорослим. Серйозно. Тим більше в 30. Вік, якому можна загубитись. Небезпечний вік.
навіть для капелана. Дивно сповідувати чоловіків, які так уперто і послідовно порушують ці господні прикази. Обпалюють шкіру оброзпечений метал, обпалюють губи тютюну, курять на вітрі, оглушені, розгнівані. Недопалки летять у мокру траву, хрестики, іконки, мастило під нігтями, вимикають телефони, ідуть до сповіді. Розповідають йому свої секрети, діляться бідами. Він би вже й не слухав цього всього, але що має робити? Кожен гріх – ніби камінь із морського узбережжя. Розгнівані чоловіки кладуть йому ці камені в долоню. Кожен свій теплий камінь, довго ношений у кишені. В нього вже повні торби цього каміння. Він уже ледве волочить його за собою, а вони все приходять і приходять, приносять свої камені, передають йому ніби щось найголовніше. Постійно, вже стільки днів, докурюють, жартують, стають у чергу, бояться не встигнути. Всі встигнуть, ніхто не запізниться. Капелан, Igor, капелан, отстаатис. Цвен сари пасовс, ром гаудес упрос. Ყველა ცდილობს გავდეს უფროს, უფრო სერიოზულს, განსაკუთრებით ამ ასაკში. ადვილია ჩაიგარდო ასეთ ასაკში, საშიშ ასაკში, თუნდაც მღვდლისათვის. უცნაურია იბარებდე ახსალებებს კაცებისაგან, რომლებიც ასე ჯიუტად და ზედმიწევნით არღვევენ უფლის ნებისმიერ შეგონებას, კანს იწვავენ ცხელი ნემსებით, თუჩებს იწვავენ სიგარეტით, როდესაც ქარში ეწევიან, მწარდებიან, ბილცით ვაობენ, ნამწვებით ცვივას ველ ბალახში. Хатები, ჯვეები торпедоზე, ტექნიკური ზეთი ფრჩხილებში, ზარსუთი შავენ მობილურებს, ვიდრე შევლენ ახსარებას. შემდეგ უხებენ თავის დარდებს, საიდუმლოებს, ერთში რაღაც მოესმინა, მაგრამ ვერ იზამს. ყოველი ცოდვა თითქოს კენჭია, კენჭი, რომელსაც ხელის გულში უცულებენ ბრაზიანი მამაკაცები. ყველას თავისი კენჭი მოაქვს, ჩათფრუნული შავლის ჯიბეში. გადაიმსო ამ კენჭებით მისი დომრები, წელი წყდება, როცა მიათრებს. ისინი მაინც მოდიან და აღიარებენ, მოაქვთ კენჭები, აჩეჩებენ როგორც რაღაც უიშვიათეს. რამდენი დღეა არ თავდებენ. ნამც მოისვრიან, იხმურებენ, ლიქსი გავებენ, გონიათ, ვეღარ მიუსწრებენ. ყველა მიუსწრებს, ვეღარავინ დაიგვიანებს. Друзья, я что хотел сказать. Писателю может повезти дважды. Ему может повезти с читателем, и ему может повезти с переводчиком. Вот я счастлив, что мне в Грузии, по крайней мере, повезло с переводчиком. Все, большое спасибо. Знаете, если можно, да, еще такой бонус. Шалва, где Шалва? Он был где-то здесь. А его нет, да? Есть. А можно тебе, да? Просто мы хотели прочитать еще одно стихотворение. Это стихотворение, оно написано тоже на Донбассе, оно написано задолго до начала войны. Это совсем другое настроение, совсем другая атмосфера. Він був листоношею в Амстердамі, слухав Абу, сидів на трамі, дивився порно у вихідні. Друзі його, по які радикали, говорили, ми все протикали, ми можна сказати, побухав Лені. В країні стагнація і мудацтво. В лібералізмі продажні лівацтво не ясно, що нас трима на клаву. Євросоюзом керує свобода. Вони говорять, свобода, свобода, але піди, купи нормальну траву. Але на сході ще є країна. Вона сьогодні, можливо, єдина, де сонце свободи не встигло зайти. Не вірять людині, вільні, розкуту, спробуй пробити канали збуту. Давай наведемо культурні мости. Там тиха сходить на кожну хату. Церкви Московського патріархату знімають вроки і славлять джа. Мануфактура та інші крами там контролюються профспілками і співом ясніє колгосна межа. Там п'ють абсент при застудній хворобі. Там демони у жіночій подобі, сховавши в горлі темну пітьму, сповнять усяку твою забаганку. Давай, чувак, привези афганку, повторили вони йому. І він ступив на цю дивну трасу. Авіалініями Донбасу, де на сніданок лише бухло, мріючи про країну шалену, він вилетів за кордони Шенгену, лишивши все, що в нього було. Ступивши на землю у місті Донецьку, з усіх іноземних, знаючи грецьку, яку тут нібито знали всі, він трапив до рук дивовижній парі. Водій на формі, і друг на кумарі, і сяяли зорі в усій красі. Водій сказав, все нормально, чому? Давай, почувайся у нас як удома, тут друзі навколо, бачиш і сам. Ти трапив на землю обітовану, їдьмо в Стахану, там стільки пламу, що вистачить на весь Амстердам. Був простір вечірньо сутінню скути. Стояла зима, починався лютий, і місяць за ними гнався як птах. Тривожно світилися терпони,
На Україну йшли циклони, і душі тонули в глибоких снігах. На 45-му кілометрі вони застигли в злій круговерті, і тьма горнула їх мулом густий. Одій промов: Йоха, братіше, походу виходить всім нам кришка, молися своїм растаманським святим. Замерзло пальне, і стихала мова, смерть надійшла з портів, з Азова. І демон смутку над ним літав, випивши дезодорант, щоб зігрітись. Він намагався комусь дозвонитись, але телефон йому відповідав. На даний момент абонента доступний. Життя про це взагалі підступний, так ніби тонеш серед ріки. Смерть твоя – невелика втрата. Просто змінюється оператор, повільно зникають і дні. Що ось тобі? Що ось тобі, я передам оцінку. Амстердам – елит постальйон. Амстердамщик постальйона Трунга і Чита Усменда Абас Орнузе Ичда Ай. Амстердам постальйона Трунга і Чита Усменда Абас Рамазе Ичда Орнузес Анзрилда Бешвит. Мисит макасеби лот лати калеби амбобден агер кидия калеби уребам бевам цмерши. Стагнация там тхлеба, радикализми, мемарцхенелба, проджеби мартавен Еврокавшис да тавесуфлеба студениян бирши, арада гирси, мосацевис агербас гаджирта. Ամուսավորիչի կի արիս պեղանը սատաց ջերկիտեղ արդայենցրատա տավեսուպրովիս մզեյարամուսուղա։ Սատաց կացովա սարդավուկ արդավուս սախես սատաց էձրեպեն Սատաց կացովա սարդավուկ արդավուս սախես սատաց էձրեպեն Մաղոտիշո ջանոյպս խնիստա ալիդեպս ճաս, սատ արմոյպս կուլդակրովիտ ակոնտրոլեմ են պրոկավշիրեմի դա կոլեկտիվի սիմղեր սիմղեր վելմինրոյպս խնավս, սատաց սուրդոս ենց որտավ են ապսենց, կալևի կտեպիան պիրդապիր տրապսետ Միտի ձմավ, ավգանկա չամով միտան է, էուգնելոտ է, իսի մի մաս, դա իսի չետ գա ամունցխոգ զասեն մի ենտո դոնբասի սավոյա խազեպ սատաց սավոս մետար է մողովտ, կամի դա ռածկի գաղջտա կոնեբա սամոտ խեզետ դա ակխալխի սխլավդա։ Շենտեք մորջուարա էլադուր ռոշվոս գադայիկարա որ ձան մագար դավոլին ռոշաս երտերս պորդից միխալդա։ Սխոմողտխա։ Սյո նորմալն է, զյոմա, դավոլայ պա չուվայսը ու նաս եվ դոմա իրգուրից մեմ Կամենում մինդրովսը ծպեգոդա բինդի իտգա թեբերուրիս ծիվի ամինդի պրինդրոլին թարը միզդովդատ կրովիտ։ Սազը սաղոդրո թանատևն են տերիկոնեմի ուախլոդ է ոդատ մացիկլոնեմի դա ուսևոդատ սուլովի թովիտ։ Ոզդամբե Սորմա ուտրա, իոխան զմակուշ դարմնզա դատու սիկրիլի արսուս էվետրեշենց հասամանդուծ մինդանևս։ Կավինը, դավոգ է սիտված արուտքոն, ազովիս պորտեպիտան սիկրիլումա դասունդկա դաշավի դեմոնի դարպրենձա մատ։ Սիոդա իպաս ուխովդա ուսնովի խմար, ամժամատ ավորնետի մի ուծնով էլիա,
ცხოვრება ერთგვარი ვერაგინ ტერია, თითქოს მდინარეში გახჭობს მავანი. სიკვდილი არ არის მთავარი ფაქტორი, უბრალოდ გეცვლება ოპერატორი და ქრება ზარები შემომავალი. Дякую вам, Лора. Дуже дякую, спасибо. Дякую. Дякую, Сергею. Та Ахла Зуядра Дияр. Та Ангеба Рос Повети. Дякую, Рос Повети. И сами. Та так и мне лихо. Амбис Шигни Чатарепада. Кто-то с Фолексами Шерчеву. Лексები რომლის ინგლისურად თარგმანებიც არსებობს რადგან უნდა გასული ყველა კრანზე და რადგან არ არის სამისია ტექნიკური შესაძლებლობა არც სხვას რამდენიმე ლექსს წავიკითხავ. სერგეი ჟადანის ციკლიდან წავიკითხეთ ლექსები და ამიტომ პროგრამი აღვიდება ნაწილობრივ რაც მახსოვს და ამ ყველაფერს ძალიანობაში ქვია გზები და დღეები. Титкнис ховетле სხვადასხვაგან და ეს რაღაცით კიდეც მოგწონ და გათოში ვიზონჯებში ვიქრობდი რომ ეს ყველაფერი თუნდაც გავხალცი ყველს დატოვებთ რაც არ მოხდა სამაგიეროდ სხვაგან ყოფნები თავს გახვევენ ახალ თვისებებს ძილის მუდმივი მოჭარბება გაქრობა შვილის ან ცოლის ხმების ჩუმიდან როცა ისვენ გახშირებული დეჟავიო საერთოდ ხშირი და უმიზეზო მოწყენები და ეს შეგრძნებას თითქოს რაღაც გავიწყდება რაღაც მთავარი და განცდა თითქმის ფიზიკური როგორ გეძლევა შესაძლებლობა იყო უცხო ქონდეს მრავალი სახე სახელი იყო უცხო არა სხვათათვის მათთვის ისედაც უცნობი ხარ არამედ შენთვის იყო ერთ-ერთი შენ თაგანი რომელიც შედის ახალ ქალაქში გზას კითხულობს ხიდზე გადადის ეს ქვეყანა ხშირად გაძლევს შესაძლებლობას იყვარდეს იგი იშვიათად კიდეც სახეობა განსაკუთრებით თუ გზაში ხარ გზაკი ებლობა ზაფხულის მთებში იკლაკნება ჩემო კარგება მე თქვენ მიყვარხართ კიდა უთხრა გზის პირას სოფელს და სოფლის თავზე დროშასავით გაკიდულ ძერას და ტყიან ფერდობს საიდანაც ეს ძერა მოფრენს და ცას მთებს შორის ჩამოწოლს რომელსაც სერებს ბალახს რომელსაც მალი მსხვერპლის ბუმბულით მოფრენს და მსხვერპს რომელსაც გულდასმით ძვერებს ზარდე გიგიხებს ხეფახეფით აწყდება ღობეს სოფლელი გოგო შენს მანქანას აყოლებს მზერას შენ კი რას უზავამს სიხარულს გულში გაყოფეს ტკივილი იყოს აჯობებ და რამეს დაწერდი მაგრამ რას დაწერ სიხარულზე როცა არ წერდი არც სიმარტონე და არც ნიჭი არ გაქვს სამყოფე თითქმის ყოველდღე სხვადასხვაგან ეშობი მთიდან ქალაქში სადაც არასოდეს ყოფილ ხარ ხომ თავად ქალაქის ხვებისაგან ცხადია დიდად არ განსხვავდება ქვეყანაში რომელშიც ცხოვრობ ყველა ქალაქი ერთმანეთს გავს ერთნაირია ცენტრალური შენობები სადგური ფოსტა სასტუმრო ბანკის ფილიალი კინო მერია სახლი გავს სახლს და მით უმეტეს ბოსტანი ბოსტანს ყველა ქალაქში გტაბიძის და ცხრა აპრილის დამარმეთის და რუსთაველის ქუჩები ყველგან თვითონ მდინარე ნაგვიანი ბნელი ნაპირით და უცნობი მოქალაქე რომელიც ხელგავს გამოგდებს როგორც მეგობარი და დაგანახებს თავზე შერჩენილ ციხის ნანგრევს და საიდუმლოდ გიმხელს რომ სადღაც იქვე არის წესით სამარხი თამარ მეფისა ბოლოს მისგან ჯაჯას იდუმლოდ თუ ერთხელ მაინც ჩაგივლია უცნობი სოფლის ბირჟასთან სადაც ჩამომსხდარა ყველა ასაკის უსაქმურები თუ გიგრძნია სიცივე ოფლის როცა ისინი თითქოს შენში რაღაც გასაკვირს რაღაც უცნაურს ხედავენო თითქმის მუქარი შენ უყურებენ მიდიხარ და როცა ჩაუვი აღარც კი იცი რა ჯობია ფეხსა უჩქარო თუ შეჩერდე და მიესალმო დანაშაული არ მიგიძვის მათ წინაშე მაინც იბნები თითქოს წაგასწრეს რაღაც ბინძურ რაღაც იშვიათ სისა წაგრეზე ხომ არსებობს შიშის იბნების და ხშულის სივრცის თუ სიმაღლის ესეც შიშია შიში უცხო და მტრულ მზერაში მხოლოდ საკუთარ თავად დარჩენის მხოლოდ იმად რაც ჩანს გარედან დაგერჩის უთქვას ისე მალა როგორც ნაკურთოს ვიდრე გაახწევ მათ იმ მტრულ მზერის არედან
ისევ სასტუმროს სასადილო და ისევ ხანით. ჩაის აყოლებ გაცივებულ უგებურ ლუკებს. დღესაც ბოლო ხარვინცა გვახშობს ოთხ-ოთხი სკამი, რგოლ მაგიდებზე თავდაპირა აწყვი აუკვა. გვერდით ნომერში ცხოვრობს ფრანგი, ისაქ მოვიდა. ორიოდ დღის წინ საეჭოა რომ მან ქართული იცოდეს, თუმცა როგორც წუხერ მისი ნამრიდან ტელევიზორის ხმა გამოდის ისევ ჩართული, რომელიღაც ქართულა აღზევიღაც გაყვირის, რომ საზღვარი გადმონახეს მეზობელი ქვეყნის ჯარებმა, რასაც მივიჩნევ ჩვენი ქვეყნის საშინაო საქმეებში უხეს ჩარევად და ასე შემდეგ. შენ უკვე ზიხარ დახრილი დაბა, უხერ ხომ მაგიდასთან და ცდილობ წერას, იგონებს ტრიქოს და წარმოთქვამ ხან ნელა მარცვით, ხან სხვა პასუხით, ხან კი მხოვნებს ზედმეტად წელა და ასე შემდეგ, ვიდრე სიტყვებს აზრისგან დაცი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს, ყველას ვინც აქ მოვიდა და სანამ ეს პოეზიის საღამო დაიწყებოდა, იყო ძალიან საინტერესო დისკუსია პოეზიაზე და ბევრი და ძალიან საინტერესო სასაცილოდ ირონიულა ყველანაირად იმსჯელეს სხვადასხვა პოეტებმა ფესტივალის მონაწილეებმა იმაზე, ცოცხალია თუ არა პოეზია. და მე მგონი დღევანდელი საღამო იმის მაჩვენებელია, რომ ცოცხალია და არ მომკვდარა. და ხვარე ასევე ძალიან საინტერესო დღე არის, გადავხსენებთ მე მაინც. ექვსაძე ირანელი პოეტი კავკასიურ სახლში იქნება გიორგი ლობჟანიძე წარუძღვება ამ საღამოს. შემდეგ ასევე ექვსაძე არის ძალიან საინტერესო დისკუსია თბილისის ბანკის გალერეაში, დისკუსია არის თემაზე მწერალი და მოქალაქე, მწერლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და ლევან ბერძენიშვილი გაუძღვება ამ დისკუსიას. ვასაძე მარკს ტრენდის ხსოვნის საღამოა და 9 საათზე ისევ აგელოდებით ბახში, იმედია ამინდი ისევ არ მიღალატებს და ვინც აქ დარჩენილი არის პოეტი ფესტივალის მონაწილე, ყველა ეს მონაწილე გამოვა და კიდევ ერთ ფეირვერკს მოვაწყო. დიდი მადლობა და გელოდებით. Візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені мережі, візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди, ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи, всі, до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутися до наших нічних крамниць, нам ніколи не пити сухих криниць, нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою біженці, нам з тобою бігти крізь ніч. Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів, нам з тобою тікати від всіх, спати поміж голів, нам збирати воду в долоні, чекаючи табора, рятувати драконів на бойових прапорах. Друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад, не буде задимлених кухонь, не буде звичних посад, не буде сонного світла серед нічних осей, не буде зелених долин за міських пустей, буде розмазане сонце за плацкартне вікно, буде холерна яма залита вапно, буде криваве взуття на жіночих ногах, вимучені вартові прикордонних снігах, підстрелений листоноша з порожнім мішком, підвішений за ребро священик із безжурним смішком, цвинтарна тиша, гамір комендатур, списки загиблих, друковані без коректур, такі безкінечні, що навіть часу не стає шукати в них щоранку ім'я своє. Წაიღე მხოლოდ აუცილებელი, რამდენსაც ზიდავ. წაიღე წერილები, რომ არ მოგრუნდე გზიდა. წაიღე ვერცხლეული, ხის ჯვარცმა, ხატები, ტანსაცმები, რამდენსაც ჩანთაში ჩადე.
წაიღე ბური, ბოსტნეული, წაიღე საბუთები, შენაქველას დროს დაბრუნდები, ვეთნა ვეღარას დროს ჩამოული ძვირფას ადგილებს, წაიღე ბოლო წერილებიც, რომლებმაც გადგინეს. ვერ მიაკითხავ სალუდეს დილიდან, ცხოვრულებს ვერ მოიკლავ დამშრალი მილიდან, ვერას დროს ნახავ ძველ ნაცნობებს, ვიზეც გაბოთებს, შენ ხარ დევნილი, შენ უნდა გარბოდე. მიბინო ყანებში, არც იდიქრო უკან მოხედო, ძალებს ნაემალო, იძინო ძროხებთან, ბეშვებით ხაბო წვიმის წყალი, იძინო კარვებში, თვალში არ მოხვდე ომის ურჩხუ სისხლით გალეშის. მეგობრები აღარ მოვლენ, საზარელი, აღარ იქნება გაკვალული სამზარეული, დაფანჯრის მიღმა დილის ქუჩა, რომელსაც ხვედე, აღარ იქნება გარეულის ხრიოკი ხედი, იქნება მხოლოდ ლიანდაგის ჯახე ბრაგუნი, იქნება მხოლოდ სადლაცკარტო სივი ვაგონი, ქალის ქუსლიან ფეხსაცმელზე შერჩენილი სისხლის ლაქები, გათოშილი დევნილებით სავსე ვაგნები, ფოსტალიონის ესესაა დაცხრილულ გვამთან, ეგდება მისი ცარიელი გახსნილი ჩანთა, დასაფლავების მდუმარება, ღრიანცელი კომენდატურის, ფუტრების სია, გრძელზე გრძელი ისე მატულობს, მთელი ცხოვრება ცალკეყოფა, იპოვო მასში, შენი სახელი, რომელსაც წაში. იგორი, კაპელან, 30-ის. წვერსალი პასავს, რომ გავდეს უფროს. ყველა ცდილობს გავდეს უფროს, უფრო სერიოზოს, განსაკუთრებით ამ ასაკში. ადვილია ჩაიგარო ასეთ ასაკში, საშიშ ასაკში, თუნდაც მკვდრისათვის. უცნაურია იბარემდე აგზავნებს კაცებისაგან, რომლებიც ასე ჯიუტად და ზედმიწევნით აღვევენ უფლის ნებისმიერ შეგონებას, კანს იწვავენ ცხელი ნემსებით, თუჩებს იწვავენ სიგარეტით, როდესაც ქარში ეწევიან, წარდებიან, დიცით ვაურ, ნამწვები ცვივას ვერ ბალახში, ხატები, ჯვრები ტორპედოზე, ტექნიკური ზედი ფრჩხილებში, ზარსუთი შავებ მობილურებს, ვიდრე შევლენ აღსარებას, შემდეგ უმხელი თავის დარდებს, საიდუმლოებს, ერჩი ნაღაც მოესმინა, მაგრამ ვერიზავს. ყოველი ცოდვა თითქოს კენჭია, კენჭი, რომელსაც ხელის გულში უსურებენ ბრაზიანი მამაკაცები, ყველას თავისი კენჭი მოაქვს, ჩათბუნული შავლის ჯიბეში, გადაიბზოან კენჭებით მისი ტომრები, წელი წყდება, როცა მიათრებს, ისინი მაინც მოდიან და აღიარებენ, მოაქვთ კენჭები, აჩერჩებენ როგორც რაღაც უიშვიათეს, რამდენი დღეა არ თავდება. ნამსხვრისურია, იხუმრებენ, ლიქსი გავებენ, გონიათ, ვეღარ მიუსწრებენ. ყველა მიუსწრებს, ვეღარავინ დაიგვიანებს. თითქმის ყოველდღე სხვადასხვაგან და ეს რაღაცით, კიდეც მოგწონდა გათოშილი ზოგჯერ მშიერის, ფიქრობდი რომ ეს ყველაფერი თუნდაც ქაღალდზე კვალს დატოვებდა, რაც არ მოხდა სამაგიეროდ. სხვაგან ყოფნები თავს გახვევენ ახალ თვისებებს, ძილის მუდმივი მოჭარბება გაქრობა შვილის, ან ცოლის ხმების იჩუმიდან როცა ისვენ, გახშირებული დეჟავიუ საერთოდ ხშირი და უმიზეზო მოწყენები და ეს შეგრძნებას. თითქოს რაღაც გავიწყდება, რაღაც მთავარი და განცდა თითქმის ფიზიკური როგორ გეძნება, შესაძლებლობა იყო უცხო, ჰქონდეს მრავალი სახე, სახელი იყო უცხო არა სხვათათვის, მართლის ისედაც უცნობი ხარ, არამედ შენთვის, იყო ერთ-ერთი შენთაგანი, რომელიც შედის. ახალ ქალაქში გზას კითხულობს, ხიდზე გადადის. გაძლებს შესაძლებლობას, იყვარდეს იგი, იშვიათად კიდეც სარგებლობ. განსაკუთრებით თუ გზაში ხარ, გზა კი ეფლობა, ზაფხულის მთებში იკლაკნება, ჩემო გარგებო. მე თქვენ მიყვარხართ, კიდა უთხრა გზის პირას ოფერს, და სოფლის თავზე დროშასავით გაკიდულ ძერას, და ტყიან ფერდობს საიდანაც ეს ძერა მოფრენს, და ცას მთებს შორის ჩამოწოლის, რომელსაც სერებს, ბალახს, რომელსაც მალე მსხვერპლის ბუმბულით მოფრენს, და მსხვერპს, რომელსაც გულდასვით ზვერავს, ძარლიკი გიხებს, ხეფაღებით აწყდება ღობეს, სოფლელი გოგო შენს მანქანას აყოლებს მზერას, შენ კი რას უზავამ სიხარულს გულში გამღობეს. ტკივილი იყო საჯობები და რამეს დაწერდი, მაგრამ რას დაწერ სიხარულზე, როცა არ წერდი, არც სიმარტოვე და არც ნიჭი არ გაქვს სამხედრო. თითქმის ყოველდღე სხვადასხვაგან ეშვები მთიდან, ქალაქში სადაც არასოდეს ყოფილხარ, ხოლო თავად ქალაქის ქვებისაგან ცხადია დიდად, არ განსხვავდება ქვეყანაში, რომელშიც ცხოვრობ. ყველა ქალაქი ერთმანეთს გავს, ერთნაირია ცენტრალური შენობები, სადგური, ფოსტა, სასტუმრო, ბანკის ფილიალი, კინო, მერია, სახლი გავს სახლს და მითუმეტეს ბოსტანი, ბოსტანს. ყველა ქალაქში გტაბიძის და 9 აპრილის, თამარმეტის და რუსთაველის ქუჩები ყველგან, თითო მდინარე ნაგვიანი ბნელი ნაპირით და უცნობი მოქალაქე, რომელიც ხელ გავს, გამოგდებს როგორც მეგობარი და დაგანახებს.
Тазе шерчетен цехис на ангарустаса и тумнот, ким хелсот садгаци куярис цесит самар, тамар мепис, полос мизган джаджас гибулот. Мэт хэрмайнц чагивли ауцнобис офис, биржастан садат чамам скарам байла асагис, мусак муреби туги грзуни асицеве оприс, лоца исили титкос шенши давац гасагвис, Рагац уснаурс хедавето титмис букарит, шенок улебе миди харда роца чаули, агарц ки ици раджаурия техса учкару, туше черде да ми е сарду, да не шаули, ар миги цумис март циня ше майнци бневи, титкос цагастрес рагац бинзур, рагац ишуят, сисат загалез не хомар себот шиши си бневис, так шули сивци стус имаврис, эсец шиши, шиши уцходам трум зерашим, холод сакутан, тавад дарченис, холод имат, радчанс гареда. Тамкерчи сутква си се мала, рогоц на куртац, видре га ахцел мати трулим зери сареда. И сел фасту мрофра садима, да и сел хаверу, кугемур лукумс. Тхесац болохар инца ку ахшмопс отход хискан, гуал магидер за тау дагида ацку яуку. Гуэртит номерши цховропс пранги, исак мови.